Самой престижной награде планеты исполнилось 120 лет. Борис Пастернак – лауреат премии по литературе 1958 года. Ее вручили за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа. Главный роман Пастернака «Доктор Живаго» вышел в Италии в 1957 году, а в СССР только в 1988. Как руководство СССР отнеслось к присуждению премии Пастернаку? Варианты ответа. Поздравила и наградила орденом. Выделила ему новую квартиру. Исключила Пастернака из Союза писателей и подвергла травле в печати. Сделала вид, что не заметила. После присуждения премии Пастернак был исключен из Союза писателей СССР и подвергся травле в печати. Роман осуждали даже те, кто его не читал. Борис Леонидович был выдающимся поэтом и прозаиком, перевел на русский язык Фауста, Гёте, пьесы Шекспира и другую мировую классику. Нобель был убежден, любое открытие оставляет в сознании людей неизгладимый след. А значит, в следующих поколениях еще больше людей сможет изменить культуру к лучшему. Дерзайте!